Сегодня 1 мая, Международный день солидарности трудящихся всех стран. Как много еще совсем недавно эта дата значила для нас. Флаги, транспаранты, лозунги. Да здравствует 1 мая, товарищи! Помните все это? Сегодня нечто подобное происходит и в Хайфе. Когда-то этот праздник очень широко отмечали в Хайфе, но последние десятилетия прекратили. И вот сегодня, после большого перерыва, хайфские коммунисты и представители других левых группировок попытаются воссоздать прошлые акции. Примерно 20 минут находимся на первомайской демонстрации, которая проходит в Хайфе. По дороге мы опрашиваем местных жителей. Основная масса даже не знает, что сегодня за день, к сожалению. Воспоминания у вас по поводу этого дня? Самые черные. Серьезно? Коммунист? Нет. А кто вы? Пацифист? Мерец? Да. Вы являетесь участником сегодняшней первомайской демонстрации. Да. Пару слов, что сегодня будет? Против действий правительства. Сегодня будет демонстрация против действий Натаньяху, которые приведут к обнищанию народа. Вообще Ирина член коммунистической партии, имеет билет. Я сколько лет? Три года. То есть чуть позже Великая Социалистическая, Великая Октябрьская революция? Чуть-чуть позже. Я сейчас нахожусь в движении, которое называется АКМ. Это движение борется вместе с коммунистической партией. Данная демонстрация, данная акция выступает под лозунгом «За кризис рабочие платить не будут, потому что это кризис системы, а не кризис наш». Что делать? Что делать? Создавать рабочие комитеты, революционные профсоюзы, соединяться между предприятиями, потому что все предприятия, у них те же проблемы у рабочих этих предприятий, и они должны быть вместе. Вместе мы победим. А кто у вас руководитель? Кто у вас? Руководитель коммунистической партии в Хайфе, товарищ Жуль Джамаль, сейчас находится в начале демонстрации. Он организовал эту демонстрацию и помог ей. Есть ли перспектива того, что постепенно вы захватите почту, телеграф, муниципалитет? Это еще достаточно долго. Сначала рабочие должны понять, что у них есть права, и они должны за них бороться. Наше оружие – это забастовки, бунты, и наше оружие – это знание наших прав. А лично ваш взгляд, почему именно коммунистический? Почему вы не нашли себя в Потому что коммунизм – это теория освобождения рабочего класса. Коммунизм без рабочего класса – это то же самое, что птица без полета. Поэтому коммунизм, потому что я хочу освободить рабочий класс. Это класс, который делает ценности для людей, и без него люди не будут Как вас зовут? Ирина Гидельман. Вы учитесь? Я учусь в университете. Правой! Левой! Левой! Революция! Левой! Революция! 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 למה הם עושים את זה? אבל דווקא פה 90% זה ערבים. אבל למה ב-90% יהודים לא עושים את זה? כי אין שם קומוניסטים. כן, קומוניסטים יותר קומוניסטים. חיפה אדמה, אתה זוכר כזה? חיפה אדמה. לא, אבל צריך להעלות את זה. למה תמיד עושים את זה פה? שיעשו שם רע לוואדי? נכון. נכון. גם רק פה חושבים את זה. שלום, אתם יכולים להסביר, אתם קשורים להם? או שזה טרם? זה ביחד, כאילו, כן ולא, אנחנו בנפרד. Ага. И это организация тем. Посмотрите, что сегодня происходит в Хайфе. Так же, как и когда-то в Союзе. Лозунги, флаги, транспаранты. В колоннах вместе идут евреи, арабы, репатрианты из Советского Союза. Их пока еще немного, но мы их скоро обнаружим. Вы понимаете, что происходит? Мой сын участвует в этом шествии. У него какая-то своя позиция, но я надеюсь, что он ее переменит. А какие вообще... Потому что я не за коммуниста. А вы помните своего, скажем так, прошлого? Первомайский демонстрации? Нет, ну... Флаги, красные шары. Мужчина, скажите, пожалуйста, ваши ассоциации с этим шествием? Какой сегодня день? 1 мая.
Так что какие ассоциации с этим? У меня никаких. Да. Готовы ли вы присоединиться к митингующим? После того, как вам сделают маникюр. Вы крутитесь. Не, я не могу, мне на работу бежать. Кто думает о идущей маме по поводу этого праздника сегодня, который отмечается? Трудящихся. Да. Вы сами тоже очень оттуда? Да, из них. Да. Я из них, да. Как ситуация? Ситуация? Экономическая. Сильно влияет на рабочие? Мне было 5 рабочих, сейчас много. את מבינה מה כתוב פה? את מבינה מה כתוב פה? אני לא לבית, אבל גם אני רוצה לחיות בכבוד. ישראל חיה! ישראל חיה! התפטר הממשלה! עם ישראל חי! התפטר הממשלה! התפטר הממשלה! עם ישראל חי! התפטר הממשלה! Человеку. Пару да. слов, вспомните, что было. Рут, мир, май. Да. А если сказать еще, что водка? Скажи, водка. Это в детство возвратился. Понятно. Наши пришли. Спасибо. Праздник был. Маёвка, лес, какие атрибуты? Я же говорю, маёвка, лес, пикник. А демонстрации, а лозунги, а флаги? Сначала демонстрация школьная, а потом, конечно, радость. Шарики, шашлык и так далее. Да. Спасибо. Самые лучшие воспоминания. Спасибо. Да? Подсознание. Когда в Артеке еще было? О, да? я в Орленке. Ты тоже комсомолец? АКМчик. АКМчик. Пару слов. Что такое АКМ? АКМ – революционная организация, борешься за мир, социализм. Как ты конкретно борешься за мир и социализм? Мы агитируем людей, чтобы они встали на путь революционной борьбы. Итак, в последних рядах репатрианты Советского Союза. Какую организацию вы представляете? Национал-большевистская партия. Чуть громче. Национал-большевистская партия. Что делает национал-большевистская партия в Хайфе и в Израиле в частности? Боремся за права граждан, зеленых, движущих. Как конкретно? Мы принимаем участие в демонстрациях, в шествиях. Мы революционная организация, которая хотим изменений. Мы хотим изменить Израиль, чтобы он был более гуманным, более любимым человеком, а не заставлял его работать по 18 часов, а может быть и даже больше, платил груши за добавочные часы. Мы не хотим, чтобы люди убивали людей только потому, что они другой национальности. Мы не хотим, чтобы люди угнетали других людей только потому, что у них отцы или матери бы заграбили много денег. Так что изменения надо прийти, и мы вышли на улицу, чтобы поменять это. На этом этапе мы прощаемся с участниками демонстрации и желаем им побед. Побед в рабочем движении. Что еще сказать? Ленин, партия, комсомол. Кто там шагает